А сейчас будет тест. Я не готов, ставьте два. Там же есть варианты ответов. Это опрос, как хорошо вы знаете друг друга. Мамочка, китайская провинция. Ты чё? Да это единственный тест в моей жизни, где я отвечу на все вопросы. Ты раньше времени не радуйся, откуда ты знаешь, какие там вопросы? Я знаю, что я победил. Так, начнем с того, что это не соревнование, Ван и Бо. А, ну конечно, а баллы вы просто так записываете. Итак, одно из главных качеств друг друга. Он умеет располагать к себе людей. Он умеет расположить меня на столе. Ваши самые нелюбимые прозвища друг друга. Ну, это просто малявка. Санчоус. Я его один раз так назвал и потом пожалел, что умею говорить. Из-за какого совместного случая вам до сих пор стыдно? Я не знаю, что такое стыд. Я слишком крут для этого. Мы гуляли по пляжу. Он споткнулся в свою же ногу и упал на песчаный замок какой-то девочки. В каждом замке должна быть принцесса. Я выступил добровольцем. Если бы у вас был ребенок, какого он был бы пола и как бы вы его назвали? Да у меня уже есть ребенок, зачем мне второй? Но если говорить серьезно, то неважно, какой пол будет у ребенка, главное, чтобы с ним все было хорошо и чтобы он был здоров. И я хочу собаку. Какой день в ваших отношениях вы считаете особенным? Первый день на съемочной площадке. Тот самый день, когда он отжал мой зеленый чай. Он меня сам угощал, добровольно-принудительно, но сам. Представьте, что вы едете в путешествие. Какую книгу возьмете для себя и для своего партнера? Я вас умоляю, какие книги? Здесь нужен набор Лего. Инструкция ремонта мотоциклов для чайников. Ван и Бо предпочитает кофе или чай? Алкоголь. Что из напитков предпочитает Сяо Джань? Меня. Сколько лет маме Сяо Джане? Вот про мать лишнее было. Тебе не хотелось делиться со мной чаем? Я такого не говорил. Просто вспомнил, что в первый день ты туда слюнь напускал. Ну охренеть, просто мы в тот вечер в гримерке с тобой целовались. Ну что было, то было. Обслюнявил тебя, не жаловался. Ну так это был другой вид слюнявенья.